Характеристикам Цири в поэме «Мцыри» Михаила Лермонтова. Мцыри – главный герой романтической поэмы Михаила Лермонтова. Это молодой юноша, выросший на Кавказе, но оказавшийся в монастыре против своей воли. Даже имя героя в переводе с грузинского означает «послушник». Его история проста. В 6 лет заболевшего мальчика русский генерал оставил на попечение местного монаха в Мцхете. Мальчика вылечили, воспитали в христианском духе, но его жизнь в неволе стала для него настоящим испытанием. Не желая мириться с таким образом жизни, молодой послушник сбегает из монастыря. Он мечтает найти отчий дом, испытать другую жизнь. Его поисками были заняты все жители монастыря, и лишь спустя 3 дня его нашли полуживым и раненым. Вернувшись в монастырь, главный герой замыкается в себе, отказывается от еды, и лишь спустя какое-то время исповедуется старцу, который спас его в детстве. За 3 дня он испытал неведомые ему до этого эмоции и переживания. Он встретил молодую красивую грузинскую девушку, сражался с барсом и победил этого зверя. И хотя он вырос вдали от дикой природы, вся его сущность мечтала попасть в эту самую природу, а также в отчий дом, стать достойным своих горских предков. Он ушел из монастыря в надежде хотя бы издали увидеть родной аул. Но его мечте не суждено было сбыться. Он снова оказался в неволе, умирая как узник и сирота. Исповедь в полной мере раскрывает характер главного героя. Цель исповеди – не раскаяние или облегчение души, а повторное переживание ощущений свободной жизни. Среди дикой природы ему было комфортно находиться. Легче жилось и дышалось, хотя вокруг его ожидало множество опасностей. Оказавшись снова в монастырской келье, он теряет интерес к жизни, понимает, что причина его страданий в длительной жизни в неволе. Он не только стал слабее духовно и физически, но и утратил связь со своими гордыми предками. Перед смертью он просит похоронить его в саду, откуда он сможет видеть родные Кавказские горы. Если вам понравилось видео, то ставьте лайк и подписывайтесь на канал. А еще не забудьте рассказать о канале друзьям и поделиться с ними видео.